С вами был Лоцин Михаил. У нас сегодня нестандартное видео, без микрофонов, без кольцевого света. Все будет в прямом эфире. У нас сегодня будет маленький заказ. Только что приехал, привез две коробки. Лиля очень ждет одну из них. Донского. Пошлите. Лиль! Вот. Ты приехал? Привез? Сейчас разуюсь. Я даже подряжки накрутила. А привет? Привет! А подписчикам? Привет всем! Ура! Господи, дай быстрее чем вскрыть. Ты не открывал его? Нет. Маленький заказ проверил, а основной нет. Да ладно. Он у нас на столе. Орифлейм, на маленьком столе там Орифлейм, куча цветов, надо цвет включить. Ой, мне для работы очень. Что это такое, расскажи. Ой, у меня аж руки дрожат. Слушайте, кайф какой. За 1 рубль. Новый телефон, как он мне нужен для работы. Ребята, какой кайф, а как его открыть? Слушай, тут все так запечатано. У меня аж руки дрожат. Давай. Телефон стоимостью почти 40 тысяч рублей. Вышел. Ой, тебе за сколько? Вот. Где накладная? За рубль. Накладную показывай. Нужны подтверждения. Показывай. Вот. Вот. 1 рубль. Смартфон А72. 1 рубль. Еще так можно уже взрывать? Да. Самое главное, на все подарки, на всю технику, которая идет от Орифлейма, в качестве чека мы сохраняем накладную. Также гарантия распространяется по накладной. Накладную в коробочку. Классный! Везде пленочку-то можно снимать? Конечно, это твой телефон. Куча камер там сзади. Подожди, дай вот отсюда начинаем. Слушайте, как я рада! Самая дорогая распаковка Орифлейм. По крайней мере, у нас. Супер! У нас были куча ноутбуков, айпады, айподы. Айфонов еще не было, но все впереди. У нас девочка из команды iPhone сегодня выиграла. Там в чате, в нашем директорском. Крутяк! Представляете? Вообще! Очень удобно. Интересно, он по размеру. Мне кажется, почти такой же, как у меня. Ну, со второго этажа принесешь свой. Ага, слушай, класс. Как приятно, как приятно. Но это не просто так подарок, это не розыгрыш. Я этот телефон заработала. Нужно было приглашать новых людей в команду, накапливать баллы. То есть новички размещали заказы, все их заказы суммировались в течение 21 дня. И получалось, добро пожаловать. Сим-карту хочет ставить. Да, надо сейчас будет переставлять, настраивать все. Не торопись, не торопись. Сейчас все у нас... Лиль. Вот. И у меня получилось, я накопила более 3000 баллов спонсорских. И на телефон как раз надо было 3000 баллов. Вот я взяла телефон и еще там по мелочи разные подарочки набрала. Слушайте, это класс. То есть получается, что за проделанную работу, обычную проделанную работу, которую Лиля сделала бы и так... Она получила в подарок еще и телефон. Все, потеряли Лилю. Еще. И второй маленький заказ. Буквально. Ты на сколько баллов? Неправильный пароль пишет. Ну, потому что ты торопишься. На 34 балла. Лиля, расскажи, что у тебя здесь в заказе. Сейчас. Надо у нее телефон отобрать. Ой, промазала. Я там в этот... Так, здесь у меня в заказе. Так, это все под заказ, в общем-то. Смотрите, одна клиентка заказала дезодорант. Она, правда, брала еще другой цвет крышечек. Но их уже нет на складе.
взяла мыло Botanicals, я рассказала, какое оно классное, крутое, вкусное, оно действительно классное. Потом она взяла станочки наши попробовать. Мне вот они, честно говоря, не очень, как бы прям, ну нет восторга, но для их цены это хорошие станочки, в принципе. Хотя в комментариях пишут многие, что да, понравились. Всем нравится. И вот смотрите, акция идет, если вы добавляете солнцезащитные средства, то тональная основа и средства идут с еще большей скидкой, там просто огромная скидка получается, вот пробуйте. Ой, у меня же голова кружится. Какое счастье. Я хочу быстрее попробовать фото и видео на новый телефон. Что, бежим настраивать? Да, пойдем быстрее. Ура, ребята, спасибо. Кто кота просил? Вот он. Он не понял, говорит, а где мой телефон? Кот. А где мои подарки? Бутуз. Ну все, пока. Всем пока. До новых встреч. До новых распаковок.